Так, начинаем отливку свинцом автомобиля. Автомобиля Hyundai. Номер произношу про себя. От злого колдовства, проклятий, заклятий, зависти, чужих печатей, которые могут помешать, повредить, исказить, нарушить работу автомобиля, привести к каким-то поломкам и авариям. От злого колдовства, проклятий, заклятий, злых воздействий, злых взглядов, злых печатей, мороков, оморочек, перекрытия дорог. Итак, свинец заговоренный лежал на фотографии автомобиля сутки, впитал весь возможный негатив. Батюшка, свинец, помоги очистить автомобиль. Силы неба, силы земли, силы огня, силы воды, помогите очистить машину. Силы ночи, силы луны, силы огня, силы воды, помогите очистить автомобиль. Силы четырех ветров, батюшка, северный ветер, помоги очистить автомобиль. Батюшка, южный ветер, помоги очистить автомобиль. Батюшка, западный ветер, помоги очистить автомобиль. Батюшка, восточный ветер, помоги очистить автомобиль Hyundai. Итак, давайте посмотрим. Здесь восточный ветер проявляет себя. Давайте посмотрим. Свинец растаял, каналы открылись. Посмотрим узоры на свинце. Здесь мы можем видеть лица людей или сущностей. Так, ну, здесь у нас, смотрим, правая сторона мужская. Здесь есть лица мужчин. Несколько мужчин. Один в возрасте, такой седоватый, и двое более молодых. Видимо, от них зависть исходит и какие-то неприятные пожелания. То есть, вот прямо правая сторона, прямо вся пустая. Печать кто-то поставил черную на уровне прямо лица. То есть, кто-то недоволен. На лицо печать пытается хозяйке поставить. Иглы. Шипы, очень много шипов, прямо таких длинных шипов, но не, скорее не металлических, а больше как от каких-то растений, как роза или, может, бывает у акации длинные шипы, вот такие растительные шипы. И много камней, злых камней. Здесь женщина лет 40, наверное, такая круглолицая, злая, тоже что-то нашептывала, смотрела вслед. Батюшка, свинец, помоги очистить автомобиль. Берем щепотку заговоренной соли, бросаем в огонь. Батюшка, огонь, сожги весь негатив. Крадники, подкрадники, рассорники, злые воздействия. Верни тем, кто желал автомобилю и хозяйке зла. Сними все печати, все морочки сними с пути и с дорог. Берем щепотку заговоренной муки, чтобы принести поток радости, чтобы автомобиль приносил счастье, приносил удачу, не доставлял хлопот, не ломался, не попадал в происшествие. Берем 3 щепотки заговоренной соли, бросаем в чашу с водой. Матушка, вода, помоги. Фотография автомобиля лежит здесь, под этой чашей. Матушка, вода, помоги. Берем щепотку соли, бросаем в свинец. Батюшка, свинец, помоги. Пройдемся, давайте. Пройдемся землю вокруг автомобиля, под автомобилем открываем, чтобы все пути, все дороги были доступны. Чтобы никаких препятствий, все дороги открываем в любую сторону, чтобы автомобиль служил долго, не ломался, не портился, не попадал в происшествие, чтобы злые люди обходили, все жулики, воры, агрессивные водители, от штрафов, от камер, от эгрегора дорожных полицейских, чтобы все посты, все препятствия преодолевались легко, свободно, чтобы никто не замечал, злые люди стороной обходили. Зависть чужая, зависть от родственников, зависть от друзей, от тех, кто желает зла. Все печати снимаем, открываем колеса, очищаем все, мотор, подвеску, салон, небо, землю. Все злые воздействия снимаем, все колдовство возвращаем тем, кто желал автомобиля его хозяйки зла. Давайте попробуем. Над фотографией пройдемся. Опять же небо над автомобилем откроем. Землю очистим, колеса, салон, двигатель, рулевое, подвеску. Все это очищаем легко и свободно. Собираем прямо восьмерочкой всю колдовскую грязь, все злые пожелания от случайных, не случайных, от людей, все подклады, все злые слова, злые печати от всего плохого и злого. Отливаем. Ух, бахнуло. Ух ты, смотри, машина-то новая, а ее уже тут сверху змеи, прямо бесы сидят. Эгрегор черный. Закрыто прямо на голове черепа тут. То есть явно прямо вот все закрыто. Земля и низ закрыт. То есть хотят просто уничтожить, видимо. Ну, все это мы снимаем.
драгоценные мои. Видите, как любят эти злодеи. Здесь прямо все в труху. Все в труху. Успели на машину здесь такого на это нагородить. Вот трудолюбивые бывают колдуны. Корень вообще смят. Смотрите, могильные черные камни, иглы под колеса, то есть, чтобы все доставляло максимально проблемы. Вот он корешок. Земля просто закрыта. Здесь, видите, корень. В принципе, он идет хорошо, но вот здесь уже навешено. Навешено именно на уровне здоровья, то есть, чтобы произошло что-то. Произошли, это не просто сломалось что-то, а вот именно здоровье и отношения. Прямо навесили карму. Здесь конкретно родственница одна чужая женщина. Родственница больше. Здесь чужая так, просто как больше зависть. И здесь пожелание двух мужчин. Но тоже я бы не сказал, что это колдовство. Колдовство самое основное, вот это все дрянь от родственницы. Остальные все так просто заведухи. Земля просто, видите, закрыта. Просто перекрыта земля плитой. Все это снимаем, очищаем. Все эти камни, все эти иглы, подклады, все убираем. Теперь надо выбрать образ, вызвать автомобиля, прокачать потоками силы земли, силы неба и поставить защиту. Все драгоценное, нужно действовать.